Пришло время пройти игру без оружия и получить ачивку голыми руками. Так как персонажей у меня совсем немного, а любимых так совсем два, я решил взять мага с первой ультой. Ведь если нет оружия, то нужна хорошая ульта. Смекаешь? Здорово, котята, на связи Алекс, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Я выкинул свое оружие и настроился дать бой всем тем, кто будет стоять у меня на пути к получению ачивки. Вся тактика будет выглядеть как-то так. Я залетаю в комнату, наваливаю ульту на головы противникам, а дальше либо жду отката ульты, либо же иду в рукопашную. Первые бонусы, конечно, не те, на которые я рассчитывал. Мне по-хорошему надо ускорить откат моей ульты, но вместо этого приходится брать иммунитет к ловушкам. Вот только везет немногим. Немного тупанул и получил удар под дых в виде взрыва. Благо брони хватило, чтобы покрыть весь урон, иначе мой забег мог бы закончиться не начавшись. Снова бонусы и снова нифига нет толкового, а значит я беру бонус с зельями здоровья, так как остальное в данном случае совсем шлак. Дружбан-робот дает нам семена морковки. Спасибо, братан, после боя я ее выращу и буду есть, вспоминая твой добрый поступок. Но это не точно. И все-таки да, я сразу не сказал, что помимо бонуса по ускорению отката ульты, я также жду, что смогу нанять немножечко бравых солдат в подмогу, которые и будут отвлекать на себя злых и страшных боссов. А один из них даже будет меня лечить. Ну, так пишут в Вики. Т. Тактика. Первый босс — это Зулан. Моя тактика на боссах — это прятаться за непробивными стенами, если они, конечно, есть, и вылазить из них, когда ультую. А вот эти вот воины будут отвлекать босса на себя. Умно? Минус один босс и минус один наш помощник. Я думаю, это хороший размен. Собираем с босса все, что можно взять, и ныряем в портал. И снова в бонусах шляпа. Да-да, шляпа моего мага. А вы что подумали? Эх, приходится брать бонус, связанный со сферами здоровья. Обучаем наемника, берем оранжевый фрагмент магического камня и выносим турели единороги. Из торгового автомата падает вандус. В принципе, он у меня и в туалете стоит. Нафиг он мне второй? Ура, нам дали то, о чем я мечтал. Фух, теперь я буду спокоен в своем будущем. Да ладно, еще один подгон. Это статуя паладина. И у меня есть деньги. Вот это дикий фарт, как мне кажется. Второй босс это ферзь. Принято. Ну что, наемники, помните наш план? Нет. Было вроде бы не потно, но 6 брони он у меня съел. Хорошо, что броня восстанавливается. Беру вот этот бонус. На этаже я встретил персонажей, которые чисто стоят и хавают. Они даже поделились со мной пельменем. С пола. Рыцарь с нами решил поделиться оружием. Я, конечно, ценю твою помощь, но я и голыми руками могу решить все проблемы, так что спасибо. Но это брать я не буду. Толку от него как с козла молока. Решил проведать комнату, в которой не был, думал там будет что-то хорошее, а там вот это. Ну спасибо. Ну что ж, босс номер 3, и это Варкалин. Странно, мне кажется, он же изичный, или нет? Или да? Мы с моим лечащим рыцарем справились на ура, Варкалин даже не успел пернуть. Капец, как с него нападало. Ну что ж, резюмирую. Я прошел игру без оружия и получил ачивку, которую хотел. В итоге получилось довольно-таки просто. Может, мне, конечно, повезло, напишите в комментариях. А также не забываем про оценивание ролика посредством лайка. И кому нравятся мои ролики, можете забегать ко мне в телеграм-канал. Спасибо за просмотр. Чао, пока.